что, пойдем куда-нибудь сходим? Денис, пожалуйста, не так быстро, ну. Я Винни-Пу. Да. Так, а пойдем к кролику сходим. Боже мой, кролик, я же его не видела 100 лет. Кролик знает, какой сегодня праздник, какой сегодня день рождения. Ну пойдем, тебе... Догоняй, пятачок. Да бегу я, бегу. Итак, где же кролик? Кролик! Вот, по-моему, утирайте ноги. Итак. Кролик точно знает, у кого сегодня день рождения. Точнее. Давай-ка зайдем. Давай. У кролика точно есть что выпить. Главное вытереть ноги. Кролик это любит. Иначе без этого точно не нальет. Согласен со мной, пятачок? Да. Окей. Кролик. Кролик, ты дома? Молчит, не сознается. Я точно знаю, что он дома. Все пропало в понедельник. Кролик, у кого сегодня день рождения? У тети Лиды, ну при чем здесь и я? Тети Лиды, день рождения? Да. Пятачок, отличный повод. Как ты думаешь? Надо только попасть внутрь к кролику, и тогда мы точно выпьем. У меня не наливают. Предлагаю сделать это с разбега. Караул, караул. Кролик, а ну давай, открывай. Что же делать-то, а? У меня не наливают. Да. Кролик. Предлагаю вам направиться к тете Лиде. Мы не знаем тете Лида. Мы хотим отметить здесь. По понедельникам у меня не отмечают даже тете Лидин день рождения. Разница. Так, кролик, ну-ка пусти нас внутрь. Что-то я там не вижу никого. Кролик, сверху моя дверь не приспособлена для таких гостей. Все равно мы войдем. Сказал кролик или кто? Так, все-таки надо вытереть ноги. Давай. На всякий случай. Вдруг нальет. Пятачок, это и вытри. Ну ладно. Итак, проникнем внутрь. Давай. Помоги мне, пятачок. Давай. Давай уже. Привет, кролик. Привет. А вот и мы. Я уже понял. Сегодня день рождения, есть что выпить-то? Выпить есть у тех, у кого день рождения. Но мы все-таки пройдем, пожалуй. Проходите, у меня каша пропадает. Мы не хотим кашу. А придется. Ага. Что-то все-таки есть у кролика. Ты видел, сколько там бухла? А что, потише, а то нас поймут. Проходи. Ну, кашу не жалко. Ты куда? Так, а, давай умойся, пятачок. Ты как-то плохо выглядишь после вчерашней пьянки. Да, стараюсь. И вытри тоже. Ой. Пожалуй, я тоже вытрусь. На себя посмотрю. Так, вроде ничего, побрился. Ну что, им маслом что ли намазать? Не надо уж. Кролик, давай быстрее. Закуски. Нет, вы уж закусите лучше как следует. Нам закуска не нужна. А вас не спрашивают. Так, что-то несет. Делаем вид, что мы не заметили. Угощайтесь. Медовуха какая-то у него густая. Тебе нравится? Непонятно, густая медовуха. Это безалкогольная, не старайтесь. Как безалкогольная? Сегодня день рождения тети Лиды. Ну ладно. Я же не тетя Лида. Да что? Ну куда? Ну, пятачок нам больше достанется. Больно на вас смотреть. Так, как же ее есть-то, а? И не пьется, и не естся. Какая-то неправильная медовуха у него. Овсянка. Сочувствую. Кролик, как ты ее ешь-то? Прекрасно. Да. Какая-то неправильная медовуха. Ну все, я пошел. Куда, пятачок? Может быть, все-таки нальют, подожди. Главное сразу не уходить. Ладно. Что-то не наливают. Ну, раз вы выпить не так уж и сильно хотите. До свидания. До свидания. До свидания. Еще раз спасибо. До свидания. Да, а могли бы выпить. Могли бы выпить? Пронесло. Конечно, выпить, и ты молчал. Выпить? Конечно, выпить. Ты не против? Ух, ты слышал. Нет, я хочу, хочу. Ну, пойдем. Пожалуй, выпьем. Что же там такое у кролика есть? Может, здесь заканчивается текст. Нет, не здесь еще.
Вот сейчас он выпьет. Итак, должен этот авторский голос, голос за кадром такой, что у кролика выпили всю медовуху. Пока у кролика ничего не осталось. Зато отпраздновали день рождения. Ура! Ага, я и говорю.